Дождь и пасмурная погода совсем не испортили праздник первокурсникам Казанского федерального университета. И радостные улыбки на фото в Инстаграме – прямое тому подтверждение. Благодаря организаторам концерта «День знаний» у ребят была возможность сделать памятные снимки на фоне букв «КФУ» и «Я студент». И таким образом навсегда запечатлеть первые мгновения студенческой жизни. Кульминацией праздничного концерта стало выступление рэпера Текилы, который не отказал поклонникам в совместных селфи. А настоящими студентами ребята стали только когда получили свой главный документ. Фото студенческих билетов с разных ракурсов и на разном фоне наверняка мелькали и у вас в ленте, если вы подписаны на новоиспеченных студентов Казанского федерального университета. Немаловажный момент в жизни каждого студента – знакомство с одногруппниками, теми людьми, с которыми они пройдут долгий и сложный путь. Впрочем, активизировались в соцсетях 1 сентября не только первокурсники. Вернувшиеся после каникул в Альма-Матер студенты также делились своими снимками. Ну а мы поздравляем всех первокурсников КФУ с началом новой жизни и желаем, чтобы через несколько лет их профиль в Инстаграме заполнился фотографиями красного диплома на фоне главного здания. Диана Вакян, Универньюз.